Всем здравствуйте! Наткнулась на многочисленные статьи в интернете об адвокатской монополии на должников. Решила разобраться, что же это такое, какие изменения в законодательстве, и тем, что нашла, хочу поделиться с вами. Итак, 3 июля 2016 года принят федеральный закон номер 230 о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Касается он только граждан, имеющих задолженность по потребительским кредитам. Кратко, о чем этот закон? Общение должника с коллектором может начаться лишь по истечении 4 месяца с даты начала просрочки. Должник, в свою очередь, вправе вообще не общаться с ним. Так, коллектору запрещено звонить должнику чаще 1 раза в сутки, 2 раза в неделю и 8 раз в месяц. Не допускается общение с должником ночью с 22:00 до 8 часов утра в будни и с 20:00 до 9 часов утра в выходные. Звонки должны быть только с фиксированных номеров. Звонить с закрытых номеров запрещается. Нельзя применять физическую силу, угрожать, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление, вводить в заблуждение. Введен запрет на взаимодействие взыскателей долгов с недееспособными гражданами, а также с лицами, находящимися на лечении в больницах, инвалидами первой группы, несовершеннолетними. Не имеют права коллекторы без согласия должника сообщать какую-либо информацию о нем третьим лицам. Это возможно только при наличии согласия должника. Вне зависимости от наличия такого согласия запрещено раскрывать сведения о должнике, о просроченной задолженности, о ее взыскании и любые другие персональные данные должника. Также запрещено размещать эти данные в интернете, на жилом доме, любом другом здании, сооружении, а также по месту работы должника. Общаться с заемщиком на предмет погашения просроченной задолженности могут только кредитные организации и профессиональные взыскатели долгов, имеющие на это право, включенные в специальный реестр и отвечающие определенным требованиям. Взысканием просроченной задолженности физических лиц не могут заниматься граждане, имеющие неснятую и непогашенную судимость в сфере экономики и общественной безопасности, а также руководители с испорченной деловой репутацией. Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора с членами семьи должника, его родственниками, соседями, иными третьими лицами по инициативе кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении 2 условий. Это согласие должника на общение с третьими лицами по вопросу взыскания задолженности и третьим лицом не выражено несогласие на осуществление такого взаимодействия. Согласие должно быть дано в письменной форме. Реестр коллекторских агентств будет вести Федеральная служба судебных приставов. Ознакомиться с этим реестром можно на их официальном сайте. Доступ к нему открыт для всех интернет-пользователей. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов будет осуществлять надзор за профессиональными коллекторами. 28 декабря 2016 года Министерством юстиции утверждена форма заявления должника, в котором он может сообщить кредитору о том, что он не желает с ним общаться или желает с ним общаться, но только через представителя. Заявление это можно направить через нотариуса, также заказным письмом с уведомлением, либо вручить кредитору под роспись. В случае получения такого уведомления кредитор не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными соглашением.
Вот такие изменения в законодательстве, которые начали действовать с января 2017 года. Теперь об этих изменениях очень кратко. Ваше общение с коллектором может начаться не раньше 4 месяцев с момента просрочки задолженности. Коллектор может звонить вам 1 раз в сутки, 2 раза в неделю и 8 раз в месяц. Личная встреча 1 раз в неделю. Не допускается общение ночью с 22:00 до 8 утра в будни и с 20:00 до 9 утра в выходные дни. С коллектором можно не общаться. Для этого необходимо направить ему письмо, в котором указать, что общаться вы с ним не желаете, либо желаете общаться через своего представителя. Есть утвержденная форма данного заявления. Сведения о коллекторах можно посмотреть на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.